И мать вас, да? Всем привет, привет, дорогие друзья! 1 января, с Новым годом вас, друзья! С новым счастьем, мои дорогие! Всего вам самого-пресамого хорошего-прихорошего! А к нам 1 января. Правда, мы проснулись 10 часов дня, сейчас уже у нас где-то 4 часа. Вот, вышли девочки потоптать снег. К нам пришла зима в новом году. В прошлом у нас не было и снега, было очень мало, совсем чуть-чуть, когда снимали волшебный снежок, это вообще было что-то с чем-то, снега, в принципе, таки не было, а сейчас его вот сколько много, снежка, теперь можно лепить волшебные снежки, много-много, и бросать волшебные снежки поздравительные в друзей, вот, идет мокрый снег, в данный момент у Карины он, нет, вам не видно, но уже... Ну, промокает, в общем, он мокрый идет. Я в данный момент вообще стою под зонтиком, чтобы не намочить телефон. Красота. Детям радости, когда много снега. Что, мои хорошие, осталось совсем чуть-чуть, совсем капельку, и мне уезжать на вахту. Поэтому по поводу роликов не знаю, что там будет. Мне прилетела эстафета с канала «Самый лучший». Гая передала эстафету. Мне 10 вопросов зимних. 10 зимних вопросов. Гаечка, я знаю, что ты меня смотришь. Поэтому ну, эту эстафету я уже буду снимать, мои дорогие, скорее всего, на вахте. Когда будут выходные сутки у меня цепные. Вот. Где-нибудь спрячусь. Я отвечу на эти вопросы. А пока не буду занимать себя ответами, а буду, больше находиться времени с ребятней. И буду смотреть вас. Так что, мои дорогие, особенно с 4 января, ждите меня у себя с просмотрами. Ну и, конечно же, вы, мои дорогие, если уже смотрели какие-то ролики, пролистайте еще чуть ниже. Пусть они старые, но посмотрите, прокрутите рекламку. Для меня это очень важно. Это наш небольшой заработок, наш небольшой бюджет. Я тебя тоже люблю, зайчик мой. Доминика постоянно говорит, что она меня любит, постоянно меня целует. Я не знаю... В последнее время она вообще меня зацеловала, залюбила. Вот, либо это у нее сейчас возраст такой, либо, я не знаю, не хочу накаркать, но, может, она что-то чувствует. Вот, поэтому она так себя ведет. Ну, будем, конечно, надеяться на то, что просто у нее такой возраст сейчас любвеобильный, что она очень сильно любит мамочку свою. Ой, Милу спрятали в вольер, так как Доминика... Ой, Доминика боится Милу, когда она бегает, прыгает, резвится. Мила, Мила, Милочка, ты милая? Да, ты тоже хочешь побегать? Тоже. Девочки, давайте выпустим Милу. Но она любит тоже бегать. Когда в нее бросаешь снежком, она бегает за этим снежком. Можно с ней в снежки играть, интересно. Ну, короче, не хотят девочки выпускать Милу. Да? Не любит она Милу. Неправда, она не кусается, наша Мила. Не манюкай. Здравствуйте. И вас тоже с Новым годом. Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Через нас соседка пошла к маме в гости. Мы так расположены, интересно, дорогие друзья. Наш дом находится. Что-что? Ну, хоть в Новом году ты хоть со снегом, правда?
Это самое. Наш дом очень сильно интересно расположен. Как раз вот такие моменты рассказать. Санек, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! С Новым годом! Вот наш дом и вон калитка, так? Она, наш дом, в общем, соединяет две улицы. Это вот улица наша Комсомольская, получается, вход, да, вот к нам домой. Да? Но получается, чтобы пройти на соседнюю улицу, которая находится на заднем дворе, нужно пройти, я не знаю, ну, очень много, то есть вверх туда, за все эти дома далеко-далеко-далеко идти, давать дохода, большой-большой круг, там к садику и подниматься на горку. А люди заходят через нашу вот эту вот калитку, вот, идут вот так вот через наш весь двор. Ну, это делают не часто, а только самые-самые близкие соседи, вот, проходят, вот, и так вот, получается, идут по нашей стежке. Сейчас папа ее чистит. Давайте мы с вами пройдемся, я вам покажу, как они все ходят. Ну, в принципе, и нам тоже. Мы ой-ой-ой, зонтиком цепляюсь за деревья. Короче, вот так вот, ну, возле сараев, получается, проходит. Никто ничего не трогает, просто мимо проходит и не обращает внимания на то, что у нас здесь хлам. Вот, просто вот проходит, проходит. И вот так вот у нас калитка выходит на улицу Сергея Новикова. Вот, в принципе, мы сами ходим вот через эту калитку. Мы выходим с нашего дома, чтобы не идти, как я говорила, вон там вот фиг знает куда. Вот так вот кругом, аж туда, вон туда, вон туда. Вон там вон находится наш садик. Вот это вот здание. О, где мой палец? Вот это вот здание, это наш садик. Получается, вот, ну, калитка, и буквально вот по дорожке вниз вот так вот мы спускаемся туда, и буквально пару домиков проходим, и вот уже садик. Вот, а чтобы, а если б не было вот этой калитки, да, соединенный нам дом, нам наш на две улицы, то представьте, какой бы огромный круг приходится давать, чтобы ребенка завести в сад. В принципе, на машине мы так и делаем, мы на машине едем по кругу. Вот, не будем же мы через участок машину свою пускать. Вот, а пешком, да, пешком очень через наш двор пройти на соседнюю улицу. Очень быстро, не нужно, говорится, топтать ноги и проходить домов так, наверное, под 40 пройти, чтобы попасть на соседнюю улицу. А через нас раз уже и прошли. Блин, прогнуться тут бы. Сейчас я... Ой. Ветки опустились вниз. Вот у нас, ну, дорожка, и вы видите, здесь вишни растут. Вот это вот большая... Вот это вот большая, это алыча у нас растет, а это вот вишни. Или там красиво, когда все в этом в листочках, арка такая зеленая. Ой, я спать так хочу. Я люблю снег вот эту. И что? А папа что делает? Папа убирает снег. А папа убирает снег? Ну, папа чистит дорожку, чтобы чистенько было. Ну так иди вот играйся здесь. Нужно есть Стёбе. Стёбе. Ну что, ты не замерзла? Я котика лепит. Карина котика лепит. Ой. Ну да, смотрите, какой киса у Каринки получается. Такой вот киса. Носик у кисы. Есть и глазки. Хе-хе, какой киса. И хвостик есть. И хвостик есть. Сюда. Что-что? Беги. Беги, не бойся. Там клубника у нас растет, чеснок. А как детям интересно топтать снег. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Вот, дорогие друзья, вот и я, говорится, в новом году, 1 января 2021 год. Так, не воевать, спряталась, как говорила, под зонтик. Дорогие друзья, с Новым годом вас, с новым счастьем, всего самого-пресамого, чтобы все горести и ненасти проходили мимо вас и
В вашей жизни все было самое замечательное. Ну, конечно же, если что-то случится, то чтобы скорее все завершалось. И, конечно же, чтобы ничего не случалось. Не болели ни вы, ни ваши близкие родственники. Всем пока-пока!